Это не Spirit Moon, не Путро, не Путро, это другой, это круче, это Sprite Moon. Но теперь у нас этот Seven, а не Sprite. Дюшесик? Нет. Seven это полный аналог Sprite. Да? Заместили? Ну, это как этот, как она там, кола. Вот это новое замещение, тоже заместительное. Кола-заместитель. Который тоже один в один, как кола. Нифига себе, там сразу по это самое контроль мне Супер Ниндзя дал. Вабер на втором месте. Такой. Я, кажется, нашел напарника себе, да, адекватного, наконец-то. Хорошо. Блин. А я Юмик все забираю тогда. Он не сможет понять. Застройщика у него, тебя. Конечно, отстой. Почему? Я на китайском хорошо говорю. Так, давай. Хаджи-сан. Это значит, играй хорошо. Но Ямато Канава. Здание готово. Нужно больше лунных колодцев. Мне, если что, чатик подскажет. Знаешь, меня и текущий-то на русском не особо понимает. Ни хао ма. Я немного потеряю. Давай. Говорю ему, отходи, он не отходит. Ну что, нам надо экспандиться, я думаю. Да, на этой карте я уверен, что надо экспандиться. Всем. Или там обоим. Это японский, его видали? Говорят, я уже на японском заговорил. Вот так вот и не знаешь даже. Так что... Насколько ну, талант я просто полиглот. Поэтому... Угу. Я готов. Жду приказа. Ночи, ко мне. Не проблем. Нужно действовать. Во имя смотри, богини. Он пингает. Доверься мне. UX. Он тебя экспертом назвал. Здание готово. Так и это не ко мне вообще. Пей. Ко мне-то какие вопросы? Приказ понял. Я готова. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Да они там вообще экспандятся вдвоем. Богиня согласна. Найс. Нужно действовать. Я готова. Почувствуй гнев луны. Ну молодцы, чем? Мы готовы нанести удар. Ну мы тоже в команде играем. Доверься. А ты за кого играешь? А, я увидел тебя. Я готова. Опять полезный орк, блин, у меня в тиме. Нужно действовать. Да, я туранчик с аурой возьму. Вообще бам-бам будет. Хорошо. Я готова. Бом-бом. Я готов. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Назад. Лёха! Лёха! Наши воины вступили в бой. Так я и думал. И я готова. И зачистим еще второй. Обязательно. Мы готовы нанести удар. Нифига себе, Арчу даже мою контролит. И я готова. Кто-то должен, типа, да? Доверься. Я могу за тебя шутить, в общем-то, если тебе нравится. А я за тебя контролить. Я готова. Смешно. Ну да, шучу-то я лучше. А вот насчет контроля, как бы тут вопросики. Нужно действовать. Нужно действовать. Я готов. Меняю церклетку на когти. Мы готовы нанести удар. Коварство. Не ожидал, да, такого? Вот так вот. Он даже не заметил, что я у него церклетку забрал. Я сам вернул себе серпетку. Мы готовы нанести удар. Сам перекинул. Так я и думала. Такой ты, Лёшина. Слишком просто. Я готова. Нужно действовать. Чё ты, не идёшь крепиться? Тут Минотавр. Чё ты встал там? Ничего себе. Как не родной. Арчу забери из-под барака. В путь. В путь. Она у тебя скучает. Здание готово. Мы готовы нанести удар. Я готов. Доверься мне. Я готов. Я готов. Штучка сбора поставить. Вроде работает это так. Да,
Да, ты на героя правой кнопкой щелкни. Нужно действовать. Выбрав барак. Все четко будет. Пойдем их точки покрипим. Я готова. Пойдем, ну, типа, но мы не успеем. Это не ближе ни к ним. Скорее вот это вот. Но я имею в виду. Да. Ну я понял, мысли хорошие. Красную можно закрепить там сверху. Давай на магазин. В путь. Ой-ой. Думаешь, Юмика не нужна наша помощь? Слушай, он топовый. Что? Что прикажешь? Я готов. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Доверься. Здание готово. Блин, бедолага ты, конечно. Наверное, надо помогать. Пацанам. Мы готовы нанести удар. Не знаю. Можем вот сюда вот убить человека. Ну ты лечись, погибли, короче. Согласна. Я пойду. Ой, тут у меня козел. Я готова. Во имя богини. Нет, ты бы подлечился. Нужно действовать. О! Ты видел вообще? Так я и думала. А что? Что там не так? Я ему прям по башке стампанул. А ему хоть бы хны? Ты про это? Ну. Дерево ни хрена не видит. Блин, они же скрипиться будут. Исследование завершено. Доверься мне. Наши точки будут, между прочим, крепиться. Укажи, ягод, хорошо. Нужно действовать. Да не можешь это убить. Почувствуй гнев луны. Да, там высота другая была, поэтому казалось, я что готов. Стом прям. Базе союзника нужна помощь. Что, помочь, что ли, союзник? Я тпшусь. Давай. Жду приказа. Молодец. Приказ поняла. В путь. Кемплейна играем. Твой ход. Мы готовы нанести удар. Исследование завершено. Нанести удар. Я готова. Богиня согласна. Базе союзника нужна помощь. А ты мой экспанд пока охраняй. Хорошо, бегу. Охраняй. Здание готово. Нужно действовать. Доверься. Жду мне. Приказа. Так я и думал. Мы готовы нанести удар. В путь. Так я и думал. Боги, так, тут согласны. Четвертый архмаг. Классический. Ну тут двое. Я готов. Базе союзника нужна. Так и ты один. Мы готовы нанести удар. И чудо. И чудо. Хочешь там быть? Его на экс. Слишком просто. Твой ход. Нужно действовать. Не проблема. Доверься мне. Суха, пожалуйста. Спасибо. Я готова. Use my power. Нанести удар. Приказ поняла. Нужно действовать. Твой ход. Нужно действовать. Базе союзника нужна помощь. И майн тоже задать. Мы готовы. Приказ. Окей. Здание готово. Здание готово. А у тебя там этого нет, блин. Короче, я иду лечиться. И телепортироваться к тебе. Бетон хорошая тема, не знаю, что ты ее игноришь. Базе союзника нужна помощь. Я готова. Доверься мне. Дефую, телепортируюсь к тебе. Путь. Нужно действовать. Наша священная роща осквернена. Супер ниндзя опасен. И кажется, это да. У нас первый кандидат на вылет. Может быть, но у нас есть куча экспандов. У них, кстати, тоже, да? Конечно. Ну что ж, ты поконтролишь за двоих. Да, 4 на 4, потому что мы 2 на 2 не смогли найти почему-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, там внизу Юмика, он будет контролиться. Ну. А нам нужно с тобой как-то скоординированно. Да, у тебя там на экспанд нападают. Да, это остатки орка. Или хумена. Там, скорее всего, Архмаг с двумя футменами, он там долго будет. А сейчас реконнект как вообще тут работает? Ты не в курсе? Слушай, я первый раз вообще 4 на 4 играю. Наша священная роща сквернена. Мы готовы нанести удар. Я готов. Это фиаско, братан. Не говори.
Нужно действовать. Говори быстрее. Требуется моя. Я думаю, вышки убивают мне. Дело сделано. Мы готовы нанести удар. Ладно. Какие варианты? Мы должны прийти на помощь союзникам. Блин, а какую-то помощь союзникам говорит, надо прийти на помощь. Нужна помощь. Мы готовы нанести удар. Там волки убиваются. Жопа у нас. Мы готовы нанести удар. Я готов. Мы должны прийти на помощь союзникам. Я чувствую магию. Нужна здесь союзника, нужна помощь. Я готов. Наша священная ружья сквернена. Исследование завершено. Мы готовы. Здание готово. Требуется больше. Лес есть? Тебе опять приходят. Доверься мне. Да, на моих кушах. Я готова. Базе союзника. Окей, я могу помочь. Да, они телепортируются. Я пошел к Хуману тогда, раз. Мы готовы нанести. Раз так. Я исцелю. Я исцелю. Исследование завершено. Доверься мне. Мы должны прийти на помощь союзникам. Мы готовы нанести удар. Три. Здание готово. 32. 548. 548. Нужно действовать. Богиня согласна. Главное это найти общий язык. Мы должны прийти на. У нас вроде это получается. Мы готовы нанести удар. Я готов. Согласна, мать. Исследование завершено. Доверься. Блин, Юмика прям играет. В путь. Да. Твой ход. Тебе не кажется, что это хороший знак? Мы готовы нанести удар. Так, у меня тут телепорт. Так, от Хумана иду. Или не от Хумана? Ой, это уже Химера. Вы чё? Вы чё? Там уже Химеры, слышь? Мы готовы нанести удар. Так я и думала. Нужно действовать. Я хазак как быть, если честно. Я готова. Я к Хуману пойду опять. Мы готовы нанести удар. Или Юмика помогать. Приказ поняла. Доверься мне. Я не знаю, у нас желтого-то нет, ни хрена. Нужно действовать. Базе мы союзника нужна удар. Помощь. Нужно действовать. Доверься мне. Ой, идут я здесь. Исследование Мера. Во имя богини. Доверься мне. Нужно действовать. Осторожненько, осторожненько, ты видишь, да? А, понял. Мы готовы нанести удар. Мы готовы нанести удар. Нужно действовать. Доверься мне. Что делаем? Нападаем? Идем на Хумана. Да. Мы готовы нанести удар. Базе союзника нужна помощь. Удар. Мне идем, подвластно. Идем, идем. Я готова. Мне подвластно. Доверься мне. Нужно действовать. Я готова. Нужно давай, действовать. Давай, давай, давай. Доверься мне. Блин, Юмика там мы страдает немножко. Нужно действовать. Базе союзника мы нужна готовы помощь. Нанести удар. Исследование завершено. Доверься мне. Я исцелю эти земли. Я готов. Идем дальше куда-нибудь. Экспанд убиваем и идем на мейн. Ну, давай вот сюда тогда сразу. Базе союзника хорошо. Нужна здесь справиться, ребята. Я готов. Мы готовы нанести удар. Нужно мы больше готовы лунных нанести колодца. Удар. Базе союзника нужна помощь. Я исцелю эти земли. Доверься мне. Нужно действовать. Я готов. Жалко Юмиком. Нужно действовать. База союзника нужна помощь. Телепорт. Готовимся. Хорошо, я готов. Погнали. Какой телепорт хреновый? Полин подчеркивание Темпла поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Миша, привет. Почему вы не выберете противников своего уровня?
нашли каких-то ноунейм корейцев и давай их унижать. Хоть бы фору им в пару экспандов дали. Мы и дали фору. Че? Дальше идем. Здание готово. Здание, говорит, готово. Здание готово. Базе союзника нужна помощь. Мы должны прийти на помощь союзникам. Я готова. Мы готовы нанести удар. Базе союзника нужна помощь. Нужно действовать. Не нравятся мне эти размены все равно, но у нас вроде выбора нет. Да. С учетом того, что я еще двумя армиями контроля. Мне нужна мама. Вертолетики. Нормально вроде? Вроде да. Сейчас Старфол будет. Юзать здесь? Да, подходит еще сзади. Надо в группе держаться. Базе союзника нужна помощь. Нужно действовать. Наша священная ручья. Ой, а у меня там мейна нет. Мы должны прийти на помощь союзникам. Думаю, что я не могу заказать еще. Базе союзника нужна помощь. То есть эльф продает всех своих. Алтарь можно попробовать убить. Он правильно делает. Я не знаю, ты меня сможешь задавить, если что? Да, смогу. Телепорт есть. Нет. Наша священная рубаза союзника нужна помощь. Я готова. Нужно действовать. Мы должны прийти на помощь союзникам. Нужно больше лунных. Я готова. Там снизу нормально ты контролишь, да, вижу. Так, надо же тебя защищать. Что ты молчишь? Ну, я тавер наставил. Держусь. Ну, что-то хреново. Мы готовы нанести удар. Мы должны прийти на помощь союзникам. Я наши готов. Воины вступили в бой. Базе союзника нужно нужна действовать. Помощь. Мы готовы нанести удар. Так я и думал. Нужно действовать. Нужно мы должны прийти на помощь союзникам. Я готова. Я готова. Доверься мне. Нужно действовать. Базе союзника нужна помощь. Мы должны прийти на помощь союзникам. Здесь я конечно. Мы готовы нанести наши армии контролить. Это отстой. Базе союзника нужна помощь. Роща осквернена. Здесь строить нельзя. Наши воины вступили. Не говори. Я готов. Так я и думал. Мы готовы. Ну я все. Наигрался. Да, мне не очень понравилось. Ой. Ну давай там потей. Вроде Куман тут убивает. Я вроде тоже что-то такое делаю. Нужно больше лунных колодцев. Угу. Наши воины вступили в бой. Нужно больше лунных колодцев.
Жаль. Еще мастеп. Старайся там везде ставить экспы, вот это все. Дерево есть? Да, ресурсы есть. У меня веспов уже нет, к сожалению. Ну, во-первых, сколько у тебя лимита, посмотри по карте. Наша священная. Да-да-да, и его я собрал как раз. Мы должны прийти на помощь. Дай мне тогда ресурсы. Тебе это поможет? Да, я экспанд хоть отстрою. А, не... да. В центре можно дракона взять. Я думаю, что он катился, это будет круто. Здорового дракона. Прям может игру выиграть. Куда пойдем? Мы должны прийти на в центре бери, покупай. Дракончику. Недостаточно золота. Ага. Ты очень крутой. Прийти на помощь союзникам. Шестой таурен. Круто. Да. Требуется моя помощь. Базе союзника нужна помощь. Да, тут и крипл, а этой штуки есть, прикольно. У него сплэш еще. Спел имьюн полный. Он типа как красный дракон. Только вместо деволова крипл. Да, наверное, мне не надо было телепортироваться, тебя защищать. Да нет, мы нормально выгадал временно. У тебя прозрение. Ахумна молодец. Давай я драконом по контролю полечу. Там... там герои ничего сделать не могут с ним. Химеры тоже. Надо заходить уже на самом деле добивать. Угу. Базе союзника нужна помощь. Их дожали. Но они в элиминейт могут сходить. У них остатки есть все равно. А, ты восстанавливаешься. Я на твоем месте упоролся по вышкам вообще на мейне. А, денег нет, да, совсем? Ну, есть, но я лучше упарюсь по базам. Базе союзника нужна помощь. Там орк просто у них еще есть. Да, ну раз уж мы здесь... А что по массовому телепорту? Может быть, имеет смысл сейчас сплетануться и к орку мне, например, отойти? Сейчас убить алтарь, скажем, да? И МГ отправить куда-нибудь на... Что на массовый ЖТП есть. Все, побежал, короче, на юг МГ. Базе союзника нужно прийти на помощь союзникам. Здесь главный мейн убить. Чем могу помочь? На что жалуетесь? Слушай. Да. На что жалуй, приступаю. Чем бы заняться? Главное, без здания не осталось. Базе чем союзника нужна помощь. У кого еще ресурсы есть? 190 есть. Так, я иду себя дефить. Угу. Справиться без меня. Базе союзника нужна помощь. А, ниндзя ливнул, да, получается? Да, я его контролю всю игру. Все. Я просто хотел спешиться. Требуется моя помощь? Базе союзника нужна помощь. Говори быстрее. Угу. А у него кроме архмага что-то осталось еще? Кто-нибудь ранен? Ну, я сейчас добью, кажется, архимага. А, вижу. Там Юмика контролит. Что на этот раз? Жду не дождусь. Ну ладно, у них левый нижний угол остался финальный. И там стройка идет нормальная.
ТП сюда сможешь сделать? А где? Куда? А, у тебя нет, да? Как? Я понял. На что там ТП делал? Слушай. Союзника нужна помощь. Спасибо, выдавать. Не-не-не-не-не, куда ТП? Кто тут ТП это делает? Блин. Да кто-то его сконтролил, блин. Лучше бы я ничего не говорил, блин. Я там вообще ничего не контролил уже. Говори быстрее. Мы должны прийти на помощь союзникам. Базе союзника нужна помощь. Я экспанджу, чтобы... Все правильно, все правильно. У них, по сути, осталась вот эта вот база. Причем она такая объединенная. Минус АМ у них. Заканчиваются люди уже все. Базе чтобы они нас не заэлиминировали. Да, правильно. Крис Хунтыч, привет! Да, тренировка идет полным ходом, 2 на 2. В скобочках нет, 4 на 4. 3 на 4, точнее. Ну, за нас играет... О, телепорт идет массовый куда-то. Это не к тебе, да? Он меня тут отменяет экспант, но не страшно. Все, надо бежать, наверное, в другое место. Проверить еще вот эти вот точки все по центру. Базе союзника нужна помощь. Базе союзника нужна помощь. Архмаг с инвульчиком. Базе союзника нужна помощь. Но у них вроде нет добычи вообще никакой. То есть ты у нас единственный, кто добывает. Пролечу еще по всем шахтам, проверю, нет ли восстановления какого-нибудь. И, наверное, надо найти... Мне кажется, хуман восстанавливается. Да, надо все шахты контролить. Уже Ферик летит, смотрит. Вон, смотри. Должны прийти на помощь союзникам. Я тут добиваю остатки. Это надо взять. Угу. Тут еще не так мало, кстати. Ну... Мы должны прийти на помощь союзникам. Может быть. Орк не успел восстановить. А, ты имеешь в виду его не так мало? Так это последнее вообще. Духи окружают. Чем могу полезть? Жмись, нормально все. Все, там союзники. Сейчас придут, тебе помогут. Ну где массовый-то? Да. Ладно. Да не, я тут собираюсь. Ну а что не телепортироваться, ну? Наши мы должны прийти на помощь союзникам. Под ауру его зажмем. Надо вот это еще убить. Наши воины вступили в бой. Да блин, он такой тормоз этот. Драконерс. Да. Был выстрел, он промахнулся как будто. Очень странная тема.
панды надо все чекать. Есть. Вот же какие. Ну не хотят жить. Нельзя их в этом винить. Ну, я бедный мой МГ. Все. Так, я пошел туда. Где у тебя МГ? Наши воины вступили в бой. Знать, что у кого голда осталось. Отлично. Я к тебе эвакуировал ребят битых. Как будет возможность, надо подлечиться. Я тут козлика добью. Он без телепорта, да, класс. Где скрывается враг? Еее. Иду к тебе с надеждой на лечение. He there, population. Блин, Ямика такой. Что он имеет в виду? Хороший вопрос. Ферма говорит убивать. Дай мне моего пацана. Ты тут надо. Базе союзника нужна помощь. Мы должны прийти на помощь союзникам. Чего хочешь? Построй базу здесь, чего ты побежал-то? Денег нет. А-а-а. Сокращайте популяцию, призывает к геноциду. Да-да-да, это что-то такое. Готов стпшиться на МГ, наш маг? Осторожно, у тебя там человек. Вижу. Ты... Бери желтого под контроль. Да. Требуется моя помощь. Кто еще не видел меня в бою? Кто-нибудь ранен? Превосходно. Все. Это конец. Ладно. Да? Жду не дождусь. Я архимага ему убил. Требуется моя помощь. Да. Что на этот раз? Playing Wild Monsters. GG пишет классик. Ну, у него базу убиваем. No skills выходит. Ну, слушай, ну... Чисто по-китайски написал. Ну, Майкер, очень важное задание для ЗМГ. Да, конечно. По сути, последнюю базу. Обнаружен. Уничтожен. Да нет, 4 на 4 какая-то хрень вообще.